Как получилось? Пан режиссер, отлично, отлично. Видел лицо? Спасибо. Спасибо всем. Ну что, слышишь? Твас видел? Ну, слышишь. Ты лицо видел? Гаси. Чего себе выгубишь? Прежде за него не заграешь. Что ты дурака валяешь? Ты же за него не сыграешь. Ну как получилось? Сразу первого дня хочешь забить. Чего ты хочешь? В первый день убиться? Хочу, хочу. Боже, как же ты меня кровно пристрашил. Боже, как же ты меня напугал. Ну что, узнала меня? Узнала со спины в его дубленке? А чего ты удивляешься? А, я знал, что так и будет, ничего не получится. У нас дома вчера был такой маленький праздник, вроде годовщины. Впрочем, неважно, во всяком случае, он купил мне цветы, вино, такого маленького мишку. Ну что, уходим? А он уселся и все время говорил об этом фильме. Ну что я могу сделать? Не морочь голову, он дома не ночевал. А ты откуда знаешь? Ну и что? Ну и как? Хорошо тебе с ним? О чем ты? Замечательно. Закрываем лавочку, хватит ждать. Поехали на студию. Чей, что ты робишь? Привет, что здесь делаешь? Привет. Ничего. Я? Пришел нас спасать? Я? Не удавай. А что случилось? Не притворяйся, уже все знают. Ищем с самого утра. А что? А что? Элька тоже не знает, где он? Иди послушай историю о плюшевом мишке. Режиссер его дублировал, сам. Режиссер его дублировал, сам вместо него под поезд прыгнул. Ну и что, что-то может вещь до фильма? Видел. Но будь спокоен, он найдется. Сыграет. Режиссер прыгнул под поезд, потому что надеялся, что убьется. И весь этот фильм свалится на наши головы. Почему ты не отвечаешь? А что я должен ответить? Я пригласил Эльжбету. Я не знаю, что ты имеешь право так то все разом. Я не знаю, имеешь ли ты право так все это запутывать. Наше житие. Это твой фильм, но жизнь наша. Иди жалоба. Могу? Прошу тебя, Вейч. Можно? Но, может, входи, пожалуйста. Чтобы ты приходила? Но может ты не хочешь, чтобы я сюда приходила? Но почему? Входи. Ты что стало? Что случилось? Его тут нет. Скандрежа его шукаю. Его здесь нет. Откуда ты знаешь, что я его ищу? Посмотри на себя. Дождь пада. Дождь идет. Тестен стул. Укрывался в нем. Это тот самый стол? Он в нем прятался? Он мне рассказывал. Ховался перед немцами. Да, прятался от немцев. Хочешь посмотреть? Хочешь так само, как втеды? Плачешь точно так же, как тогда, когда приходила просить, чтобы я тебе его отдала. Не пей так много. Сама мне дала. Есть дубль? Есть. Доволен? Да, да, но что-то тут было странное. Наверное. Эльжбета? Я бы повторил. Нет, пленки нет. Все, спасибо, на сегодня все. Гаси. Ну, Даниэль. Ну? Ну, Даниэль. Что? Почему ты думаешь, что я знаю, где он? А ты на все его шукаю. Все вместе его ищут? Я не знаю. Чуть-чуть я стал за ним не лажу, не? Я за ним не хожу постоянно. Знаешь, говорят? Да в конце концов, что ты беспокоишься? Пусть у них голова болит. Что хотели, то и получили. Przepraszam. Извини. Jesteśmy на месте. Zobacz, może jest jakaś. Приехали. Посмотри, может быть, какая-нибудь записка от него есть. А я подожду. Нет. Возвращайся домой. Ты оставила включенным свет? Нет. Можете ехать. Можете ехать. Да. Пока. Dziękuję, pa. Спасибо, пока. Hey. Пока. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
тej poczekalni. Chwatiec zmienia tego zala ożydania. Przyda ci się pewnie czysta koszula. Тебе очень пойдет эта голубая рубашка. Боже, как мне надоело это твое вечное мальчишество. Подумай, сколько тебе лет? Этих цветов, сорванных на клумбе, за которые я потом извиняюсь перед дворником. Последний куст сирени, 500 злотых. Я не утратила чувство юмора. Нет, я не утратила. У меня просто нет сил. Нет сил даже на улыбку. Я тебе не устраиваю скандал. Я совершенно спокойна. Сейчас я на самом деле ухожу. Наверное, ты удивишься, но на сей раз я действительно ухожу. Скажи мне только одно. Когда ты собираешься начать нормальную жизнь? Ведь тебе уже 40 лет. Забыл? 40 лет. Тебе 40 лет. Нужно взять мою щеточку до зубов. Мне нужно взять свою зубную щетку. Ты не понимаешь, чего им было надо? Ты такой тупой, действительно не понимаешь? А ведь это абсолютно ясно, разве нет? Правда? Не бывает человека ниоткуда. Человек ниоткуда бывает только в ваших салонных фильмах. А когда в жизни делается настоящая карьера, какие-то фестивали, эти твои двубортные костюмы, это, извиняюсь, Шишокское и Келецкое, как он говорил, держит тебя за ноги, позволяет тебе встать на эти ноги, потому что там прошло твое детство, понимаешь, твоя молодость, какой-то старый дядюшка, какой-то приятель, городской ксенс, они с следят за этими газетами, читают, слушают радио, говорят, это наш Бобби, и тебе нельзя валять дурака. Пересказывают, что он говорит. Кусочек леса, какие-то цветы, они там боролись. А теперь ты стрижешь купоны и поэтому хочешь спрятать свое истинное лицо. Ты должен знать, что отвечаешь за воеводство своей молодости. Но он говорил о двух воеводствах. Неважно, ты отвечаешь за все места твоего рождения. Здесь его действительно нет? Да. Аня, посмотри, кто пришел. Она из глупья, ясно. Дура она, это ясно. Да. Дlaczego меня никто не kocha? Почему никто меня не любит? Люби меня. Так, 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 так. Ты меня. Да, да, да. Ты меня люби. Не хочешь. А то. Не хочешь? Нех он меня kocha. Тогда пусть он меня любит.
Niech mnie wszyscy kochają. Пусть меня все любят. Потому что он из тех, за кем всю жизнь гонится непокой. Не хочу, чтобы он добывал для меня каштаны из огня или покупал плюшевых мишек для перемирия. В этих вечных поисках я перестала его любить. А он до сих пор не может этого понять. Извините, извините, отдайте мне скрипку. Я тороплюсь в школу. Знаешь что? Если кто-нибудь когда-нибудь тебя ударит, то не давай сдачи, а то повредишь себе пальцы. Ну, беги и смотри, ноги не сломай. Ну и что теперь будет? Ну и что теперь будет? Не знаю. Ты его все еще любишь? Твой муж это знает? Он что? Он все еще очень красив. Очень красивый. Ждешь, что он сейчас выйдет из леса с этим своим рюкзаком, в джинсах, в кедах, такой заброшенный, несчастный, а ты его приласкаешь. Приласкаю. Proszę pana! Будьте любезны! Эй! Proszę pana! Будьте так любезны! Яху! Ну и? У меня не хватает здоровья терпеть этот железный лом. Что у тебя там? Хочешь мороженого? Конечно, хочу. На, ешь понемногу. Помоги-ка мне. Спасибо. Поезжайте направо. Направо? Теперь точно убьюсь. Ногу подвернула, но ничего не узнала. Никто ничего не знает. Можешь ехать куда угодно. Откуда это у тебя? Оттуда. Дай лизнуть. Лизни. Нет, замерзну. Надо ехать направо. А кто здесь был? С ума с тобой сойду. Кто здесь был? Если не перестанешь так говорить, то я ее тут вправду оставлю. Известный польский киноактер погиб вчера в результате трагического несчастного случая, когда попытался выпрыгнуть из идущего полным ходом пассажирского поезда. Этот прыжок закончился трагедией. Актер попал между вагонами. К несчастью, тяжело раненую жертву обнаружили лишь через какое-то время после случившегося, и скорая помощь отвезла его в больницу. Как сообщил корреспонденту польского агентства печати дежурный врач, актер был доставлен в состоянии агонии с очень тяжелыми ранениями в области головы. В этом случае ни одно из предпринятых усилий не дало результата, и через несколько минут наступила смерть. После последних осадков ситуация на дорогах страны существенно улучшилась.
больше, собственно, сказать нечего, разве что... Только одна вещь, которая мне нравится во всей этой трагедии, это то, что он погиб так же, как и жил, нестандартно. Его смерть была так же хороша, как и его жизнь. Да, как и жизнь. И поэтому он представляется необычайным каким-то явлением. Человек, который действительно... Немного сомневаюсь, было ли еще что-то такое, как он, или это было реальное событие, или это человек, который был, жил, имел кости и кровь, или это было явление, которого уже нет и которое можно только на кинопленке увидеть. Слушай, расскажи мне еще что-нибудь о нем, что-нибудь особенное, чтобы мне было за что зацепиться. Умоляю, отстань. Я правда ничего не знаю, ничего. Брось этот фильм, умоляю тебя, ну брось. Ну и что ты об этом думаешь? Ты ведь знаешь мое мнение по этому поводу. Ты хотел сделать с ним фильм? Нужно же быть последовательным, нельзя так легко дать сбить себя с толку. В конце концов, какой-то фильм ему с нас причитается. Уже кое-что сняли для этого фильма. Что это были за съемки? Мы сделали сцену на вокзале, последнюю сцену фильма, где герой попадает под поезд. Разумеется, это было совпадение. Ну, конечно. Вы намереваетесь высказать это в своем фильме? Но я еще вообще не знаю, каким получится этот фильм и будет ли в фильме эта фигура. Может, это будет фильм о нем без него? Фильм о нем без него, а это вообще возможно? Выключите это. Неможливо, прошу пани. Не идите там. Всё правда. Не ходите туда. Кубок, война. Всё правда. Ружа из Берлина. Кружка, война, розы из Берлина. Не войдёшь со мной? Нет, застань. Зачего? Не войдёшь со мной? Нет, останусь. Почему? Я уже видел эти картины. Такие отвратительные. Thank you.
Дорогой. Поэтому ты хотел так посмотреть эти картины? Врублевский тоже мертв. Не имел 60 лет, когда сгинул. Да, ему не было еще и 30, когда он погиб в горах. Он был один. Три дня пролежал, пока его нашли в нескольких десятков метрах от автобусной остановки. Ты была права, это были отвратительные картины. Это ужасно, когда после человека остаются такие обрывки, осколки. Да, но какие они были замечательные, каждый в своем роде. Показали нас, целое наше поколение. Покохали нас. Все, кто пришел в кино... Забачили, полюбили нас, увидели, файные, какие мы были хорошие, смешные, немного смешные, очень непреклонные. Приготовились? Камеры приготовились? Больше крови лей, больше! Влево! Я подхожу, а потом говорю, как он говорит, дай мне ее. И так и сыграем, потому что в движении не сыграем. Старик, играй симпатично. Чекай на мой знак. Старик, играй красиво. Жди моего сигнала. Хватит гримироваться. И так хорошо. Ну, Даниэль, давай. Начинаем. Ошалел, где бегнешь? Даниэль! Ты что, ошалел? А ведь это отлично. Да ладно, ладно. Дальше делай сам. Костек, дай камеру с левой стороны. Шибчей, бардей. Костек, еще. Дай камеру с левой стороны. Быстрее, быстрее. Еще с левой.